Добрый день, дорогие мои. Одна из наших ангелов. Подожди, сейчас звук тут уедет машина. Мне рассказывает, что она похоронила своих родных, поставив крест на могиле им на голову. Ей якобы старец какой-то так благословил. Он сказал, что крест – это наш венец, а венец на голову на ноги не одевает. Ее якобы подруги и все окружающие осуждают. Но она считает, что это вот так правильно, потому что самого старца, который, видать, уже тоже почил, похоронили в часовне и тоже крест ему поставили на голову. Она это пишет, чтобы я сказал, правильно это, в общем-то, или нет. И я могу сказать одно. Неправильно. Неправильно. Потому что крест в ногах человека, он немножечко для других целей. Он не венец. Мы же с вами видим, что как бы мы его венцом не считали, мы крест на голове никто не носим. Ну, если не считать, что патриарх и епископы на своих головных уборах имеют крест, но там... Привет! Прыгай! Я потом замедленно тебя верну на дерево. Сейчас я подойду. Ну ты-то прыгни. Вперед его, прыгай, прыгай. Там мягко. Не бойся. Сейчас я сыну. Давай. Страшно. Меня все трясется. Из-за холода. Если было здесь тепло, то я бы сыграл. Я все хочу, тем более не спрыгнуть. Опа! Молодец. Опа! Молодец. Я все хочу, тем более не спрыгнуть. Опа! Молодец. Все сразу. Все, не будешь? Я пошел. Да. Давайте вместе. Опа! Ну, ты еще не страшно совсем, да? Опа! Ну, ты еще не страшно совсем, да? Нет. Они... Крест у нас ставится в ноги для того, чтобы мы лежа в могиле могли молиться. Могилы по русскому православному обычаю располагают с запада на восток. Ну, то есть головой кладут человека на запад, а лицом он смотрит на восток. Это все равно, что вот здесь вы у храма находитесь и перед крестом. Вот здесь было кладбище, и все захоронения здесь были именно таким образом организованы, что те, кого похоронили, они лежали как бы лицом к церкви. Поэтому похоронить нужно вот так, с запада на восток, а крест поставить в ногах. Больше того, я когда-то заговорил о том, что вот здесь удобнее было бы крест поставить в голову, а мне сказали, да вы что, будет же тяжело человеку, когда у него на голове камень, а на камне крест и все остальное. Вот. Поэтому сейчас на кладбищах, когда я хожу по кладбищу, особенно по-старому, видно вот этой традиции, что крест ставится в ногах. Но интересное дело, что в советское время памятники со звездой ставили в голову. Ставили. И сейчас идешь, а там некоторые памятники либо поменяли,
либо вместо звезды сделали крестик, но у нас памятник стоит в голове. Интересно, встретил, где я встретил, еще одну новшество такое, что не со стороны лица человека, то есть не со стороны, не на могилу смотрит его фотографии, надпись, кто он такой, а с обратной стороны, где дорожка. И тогда от могилы не видно, кто тут лежит, а с дорожки зато видно. Не помню, на каком кладбище я это видел. Вот так, например, делают. Поэтому, дорогая моя, старец старцем, если уж ты его так слушаешь, то пусть так это и будет, но традиция русская все-таки хоронить головой на запад, ногами на восток и лежащий лицом вверх, как бы сквозь землю молится, имея перед собой тот крест, который ему поставили. Кстати, это было один из оснований, почему крест ставили какой-то необычный. Вот, таким образом выражая своему ближнему некое признание, что мы тебя любим, вот посмотри, какую мы тебе делаем память, крест, какой мы тебе поставили. Вот, тоже в определенной степени. Это не столько перед людьми, что ли, такой показатель, что мы вот какие поставили, какой крест, а перед самим человеком признательность ему такую сотворили. Наверное, сюда надо, раз уж один разговор, присовокупить памятники. Можно ли человека изображать? Сейчас чего скажешь? Сейчас уже никаких в этом норм нет и ничего не соблюдешь. И поэтому те, кто ставит памятники с изображением человека, мне говорили, мне, что нельзя фотографию, старенькая мне одна бабушка, нельзя фотографию. Фотография — это как бы человек этот мертвый на тебя и смотрит. Ну и памятник примерно то же самое получается. Но тем более, что когда они как-то особо стоят, я, например, в Екатеринбурге, по-моему, встретил, или в Челябинске, на кладбище, аллею памятником новорусских, и это было ужасно. Все, опершись на машины, мерседесы, бумеры, какие-то тогда были вот такие огромные эти мобильные телефоны, с мобильным телефоном, то есть показать через памятник хотели, какой человек был. Но я думаю, что не это суть памятника, не для этого должна быть. А все-таки через него нужно вырастить, насколько человек был духовный или верующий. Я не знаю. В общем, как-то вот так. По крайней мере, когда я вижу, как святым ставят или праведным просто крест, там могилка без всякого памятника, изображения, это нормально. Это мне лично нравится. Ну вот так, не знаю, ответил, не ответил. Здоровья вам всем! Не надо, не спешите, не старайтесь в эту яму, какой бы там вам крест ни приготовили, все-таки лучше здесь ходите в храм и молитесь, здесь имейте перед собой, перед глазами кресты, вот, чтобы здесь все успеть, а не лежа в могиле молиться Господу. Здоровья вам всем, радости, аминь.